Вас продолжают обманывать, я хочу это остановить. Хотите узнать, в чем заключается обман и что вы уже потеряли? Вы потеряли часть своей жизни на получение неработающих знаний в надежде сделать свои мечты реальностью. Не верите? Прямо сейчас посмотрите на то, что вас окружает. Разве это то, о чем вы мечтали? Разве вы не надеялись, проходя очередной тренинг, изменить свою жизнь к лучшему? Разве вы не рассчитывали на достойный заработок, получив новую профессию? Сколько лет назад вы планировали начать жить по своим правилам, наслаждаясь тем, что вы делаете? Где все это? Вы много лет читали книги, ходили на тренинги и даже пытались запустить свой бизнес, который, как и следовало ожидать, не принес вам прибыли. Самое обидное заключается в том, что вы четко следовали инструкциям, которые вам продали в книгах, на тренингах по саморазвитию и бизнесу. Но у вас даже не было шансов, так как знания, которые вы получили, не должны были работать. Знаете, в чем проблема? Вам не дали проверенную систему, которая дала бы вашим клиентам пользу, а вам деньги за качественно предоставленную услугу. Что вы получили вместо настоящих и работающих в реальности навыков? Первое. Информацию, которая не имеет ничего общего с реальной жизнью. Она просто была выдумана. Второе. Из вас сделали не мастера, а пожизненного ученика, цель которого постоянно учиться и расти, а не знать, уметь и уверенно делать. Этой индустрии просто невыгодно дать вам быстрые результаты и готовые решения. Вас может это шокировать, но вы являетесь продуктом индустрии саморазвития, и вы должны постоянно платить и учиться, не получая при этом настоящих результатов, которые можно измерить деньгами. Третье. Вам даже рассказали, что деньги – это не важно, хотя с вас за то, чтобы внушить вам этот бред, брали деньги. И не маленькие. Четвертое. И самое главное. Вам не дали возможность заработать деньги и сделать свою жизнь лучше. И вы уже знаете, что быть экспертом, про которого никто не знает и которому не платят, обиднее всего. Задумайтесь. Если вы действительно можете помочь людям, к примеру, избавить человека от неизлечимой болезни, которая десятилетиями мучила его, неужели вы можете предположить, что, избавив человека от этих страданий, вам бы за это не заплатили бы сполна? Конечно, человек вас от всей души отблагодарит за свое спасение. Плюс ко всему, этот человек будет про вас говорить и рекомендовать другим. И очень скоро у вас выстроится очередь из клиентов, которые будут просить вас о помощи. Так ли это происходит в вашей реальности сейчас? Может, вас учили не этому? Давайте вспомним, ради чего вы ходили на тренинги, ради чего вы читали книги и занимались саморазвитием. На самом деле все очень просто, вы хотели получить здоровье, любовь, богатство и также радость. И вы также хотели поделиться этим со своими близкими. И если вы еще не сдались, если для вас важно жить по своим правилам, наслаждаться тем, что вы делаете, вы можете перейти на мой тренинг, и я хочу помочь вам. Не медлите, переходите по ссылке, и я сделаю так, чтобы все ваши знания наконец-таки начали работать. Увидимся на тренинге.